В Мурманске проходят дни предпринимательства. Представителям малого и среднего бизнеса помогут грантами. Достанутся они только тем, кто сможет убедить комиссию, что именно их стартап имеет право на жизнь. Проекты участников конкурса оценила и Элина Ким. В холле Мурманского дома предпринимателя собрались начинающие бизнесмены. Каждый пришел сюда, чтобы воплотить свои мечты и планы в жизнь. Создать крафтовую хлебопекарню, школу балета и даже специальный кабинет, где врачами станут еноты, смогут только те, кто защитит свой проект перед строгой комиссией. Например, у Ксении Середовой уже есть свое необычное дело, приносящее небольшой доход. Она заводчица лошадей и катает туристов в Териберке. Ей необходим грант для покупки коневозки, чтобы перевозить животных из Мурманского отдаленные уголки нашей области. Для меня это не просто какой-то бизнес, это дело всей души. И да, я очень надеюсь, что в этот раз мне удастся получить субсидию на приобретение прицепа, потому что это очень нам нужно, очень необходимо. В течение 2 дней комиссия коллегиально определит перспективность представленных бизнес-планов. При получении государственной поддержки приоритетными считаются проекты, связанные с производством, инновациями и социальной сферой. По направлению грантовой поддержки сумма почти 8 миллионов рублей, поэтому мы прогнозируем, что порядка 20-25 начинающих предпринимателей, кто только начал или вот планирует начать свое дело, они получат такую государственную поддержку. Тем, кого комиссия отсеет, в этот раз отчаиваться не стоит. У них будет время для того, чтобы доработать свои предпринимательские идеи и представить их повторно осенью.